Горох любят многие, а с курицей он еще вкуснее. Если вам нравится такое сочетание, то горох с курицей в мультиварке – отличный вариант сытного обеда всей семьей. Каши, приготовленные в мультиварке, занимая первое место в легкости блюд, сегодня мы готовим горох с курицей в мультиварке по классическому рецепту. Если по окончании приготовления вам покажется, что каша не готова, добавьте немного горячей воды и проварите ее еще минут 10, чтобы горох разварился наверняка и быстро. Лучше замочить его в холодной воде на ночь. Список ингредиентов в конце видео. 1. Чтобы приготовить горох с курицей в мультиварке быстрее, крупу следует предварительно замочить. Если у вас нет на это времени, можно добавить в процессе приготовления на кончике ножа соду. Бывает, повезет, и горох разваривается быстро сам по себе. 2. Сразу на растительном масле обжариваем курицу, постепенно добавляя лук и морковь, жарим до полной готовности, после чего можно вводить горох. 3. Тщательно вымытый горох отправляем в чашу мультиварки к курице, заливаем водой так, чтобы она на 2 см покрыла поверхность гороха, выставляем режим каша или выпечка и ждем, пока мультиварка завершит приготовление. 4. При подаче можно блюдо украсить зеленью или добавить немного сливочного масла. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот из чего готовим блюдо. Курица 500 грамм, горох 150 грамм, лук 1 штук, морковь 1 штук, растительное масло по вкусу, соль и специи по вкусу, количество порций 3-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.